Конец летнего легкоатлетического сезона, командный чемпионат России по многоборью, Адлер, мы опять шестые. Из года в год мы стабильно занимаем эту строчку. В целом это неплохой результат, из 18 команд быть в верхней части турнирной таблицы. Плюс были свои обстоятельства. Ну, получилось так, что мы приехали туда, и у нас одна ведущая спортсменка Оля Соколова заболела. Первый же день, температура под 40, и пришлось вносить нам изменения в состав команды и так далее и тому подобное. Вот. Мы рассчитывали, конечно, на более высокое место, поэтому девочки выступали, бились, будем говорить так, за каждую секунду, сантиметры и так далее. Неплохие результаты показала Ангелина Быковская. Она подает надежды, мы верим. Молодая спортсменка пока не готова общаться с прессой, а мы не мешаем ей развиваться. Отличилась у нас Ангелина Быковская. Вот, она показала лучшие свои результаты, установила личный рекорд, заняла в своей возрастной группе четвертое место. Параллельно в Сочи проходил и еще один командный чемпионат России, правда уже по отдельным дисциплинам. И там мы тоже выступили в общем по среднему результату. В Сочи бежала 400 с барьерами, заняла седьмое место, если я не ошибаюсь, в копилку нашей области. Теперь впереди зимний сезон, манежи, будем ждать прогресса, перспектива есть, тренеры тоже, нужно больше внимания.